Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски с потрясающе сильными омолаживающими свойствами. И эта маска осветляет пигментные пятна и веснушки и возвращает коже сияющий и свежий вид. Также эта маска выравнивает рельеф кожи и разглаживает морщины. И чтобы сделать эту потрясающую омолаживающую маску, необходимо взять 1 чайную ложку ромашкового масла, 3 капли эфирного масла лимона. Далее добавляем сюда чайную ложку с горкой рисовой муки и 1 чайную ложку отвара ромашки. Перемешайте все компоненты, чтобы получилась вот такая вот однородная консистенция. Но если у вас маска получится слишком густой, то добавьте в нее еще немного отвара ромашки. Потом нанесите эту маску на все лицо, шею и декольте. Через 15 минут смойте маску чуть теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делая такую омолаживающую маску, необходимо 2 раза в неделю в вечернее время суток. А утром обязательно используйте солнцезащитный крем.